нас в зале появился президент государства Израиль, господин Шимон Перес. Здравствуйте. Эйзе кавод. Шалом ла-наси. Мар Шимон Перес. Ну, конечно, они же готовились. О чем ты говоришь? Нахман Биалик сказал, что он талантливый поэт, но он мог бы быть и ветеринаром. Когда он подрос, он стал заниматься общественной деятельностью и создал нашу воздушную промышленность. Он мечтает о мире на Ближнем Востоке и знаком с важными людьми, например, с Шарон Стоун. Встречайте лауреата Нобелевской премии, господина Шимона Переса, президента Израиля. Встречайте его превосходительство, президент государства Израиль, Шимон Перес. איזה כיף, איזה נחת. Господин президент, несколько слов. Марк Шимон Перес, בבקשה. להחזיק לך את המשתלה? תודה. תודה, מקרב לב. Большое спасибо. Я хочу сказать Вуливаеву, 9-й канал в Израиле, это 10. А, я все. Здорово. Я очень взволнован. Я помню государство с момента создания и до сегодняшнего дня. И для меня, и для многих. Эта история делится на две части. 30 лет мы ждали алью из России, и 30 лет мы получаем удовольствие от алии. Огромное спасибо. Я знаю, что многие из вас будут скучать по Израилю. Поверьте мне, Израиль очень соскучился по вам. И когда вы приехали, мы не то чтобы не разочаровались, а наоборот. Мы сидим здесь и видим вот в этом зале театра Гешера, который, наверное, лучший театр в мире. Мы начали с Габимы, закончили Гешер, и Габима это был первый театр. И Гешер на сегодняшний день с честью представляет государство Израиль. Высокие технологии нашего государства большей частью своей создан благодаря алие из России. Алия из России очень образованная, трудолюбивая. И когда мы думали, мы не очень любили Сталина, особенно из-за его отношения к евреям. Я помню, написал статью о том, как нужно опреснять воду. И когда приводили это на английском, вместо того, чтобы писать десалинизация, написали десалинизация. Была легкая ошибка, но вы знаете, если бы действительно так можно было сделать. Поверьте мне, я говорю это все очень искренне. Я не могу себе представить государство Израиль на сегодняшний день без этой замечательной алии. Произошло чудо с вами и с нами. И вы знаете, если бы вы не приехали, этого бы чуда не произошло. И вы знаете, говорят, что тот человек, который не верит в чудеса, он не реалист. И здесь действительно это правда. Чудо, которое произошло здесь, это реальность. Продолжайте. Только продолжайте. Продолжайте работать в этом государстве, улучшать наше государство. Вы знаете, у вас очень много, есть много, что нужно сделать. Вы знаете, Израиль начался с алии из России, потому что основатели Израиля были русские. И вы знаете, государство Израиль не закончится с алией, но будет продолжать существовать. Я еще раз хочу вас поблагодарить. Благодарить за то, что вы приехали, за то, что вы делаете. И спасибо за то, что у нас есть кого любить. Спасибо президенту государства Израиль Шимону Пересу.
ואני מודה לישראלים הקטנטנים, ואני רוצה להודות לך, מר שמעון פרס, על הילדות המאושרת שלנו, כמו שאומרים ברוסית. Спасибо. Так, дорогие друзья, ну а сейчас самое время немножко отдохнуть. Небольшая рекламная пауза, после которой мы возвращаемся в зал и продолжаем. И еще о пользе. Наша следующая номинация – «Вклад в охрану окружающей среды». Внимание на экран. Объединение «Эсерафиш» создано Андреем Мазлиным и группой энтузиастов в 2004 году. «Эсерафиш» поставил сразу несколько задач. Создать условия для цивилизованной спортивной и любительской рыбалки, борьба с браконьерством, охрана водоемов. Члены объединения не ограничиваются разъяснительной работой и акциями, а активно сотрудничают с государственными структурами в борьбе с незаконными видами рыбной ловли и загрязнением водной среды Израиля. Сегодня «Эсерафиш» лоббирует изменения в законодательстве о лицензировании рыбной ловли и охране пляжей и водоемов. Номинация «Вклад в охрану окружающей среды». Приглашение победителя и вручение награды на сцену приглашаются основатель и президент компании «Сано» Бруно Ландсберг и ведущая 9 канала Анна Шац. Дима, а ты можешь разбирать, пожалуйста, мадуа мар Бруно Ландсберг, датка ху маник категория зу, а я думаю, что «Сано» עם לפעמים עושה סחור באוזון. אז מה הקשר של איכות סביבה לאיש עסקים ידוע? Я тебе попытаюсь объяснить, Хана. Скажешь, номинация называется не «Охрана окружающей среды», а «Вклад в охрану окружающей среды». Ага, трума, ולכן. А Бруно Ландсберг, как тебе известно, большой вкладчик. אכן, Бруно, הוא תורם ידוע. וחוץ מזה, האמת שסאנו לא עושה את החוק לא, באוזון. ברונו לנדסברג היא אנה שץ. את ברונו לנדסברג ואת אנה שץ. איזה נשים יפות. ברונו, מה שלומכם? יש מקסים. מה שלומך, ברונו לי? Так, Бруно, пожалуйста, у вас есть микрофончик ваш, все нормально. Эрев Тов. Эх, игати лехема, бирвар. Айта тох, арухат бокер. Был знак. Ливаев, шани лоро. Я его сейчас здесь не вижу. Он сказал, что нужно увеличить бюджеты. Бюджеты на рекламу у 9 канала. И у нас, во сколько, очень близкие отношения с 9 каналом. Мы верим в этих зрителей. Мы увеличили бюджет на рекламу. И идея в том, чтобы поддержать программу, защищающую окружающую среду. Но это не только вопрос окружающей среды. Я говорил так много об окружающей среде, что в один прекрасный день, когда я оказался на программе... Риба. Макон, это мой любимый ведущий. Он мне сказал, что ты не будешь говорить об окружающей среде, это скучно. Ты будешь говорить об искусстве. А, рисунках, да, мы говорили точно об да, о картинах мы говорили. И вот я вдруг сейчас действительно говорю об искусстве. Господин Бруно, вы говорите по-русски, да? Да. Кулам, Хана, кулам мы говорим по-русски. Все говорят по-русски, Хана, кроме вас. Я думаю, что сейчас ведущие этой церемонии, это такой удачный дуэт и Давид, и Хана Ласло. Я знаком с вами много лет. Я хотела только добавить несколько слов к тому, что сказал Бруно. Вы знаете, хотите вы или нет, мы одна семья. Потому что мы живем на одной большой планете, называемой Земля. И, конечно, каждый из нас может позаботиться о своей экологии, о своем здоровье. Но очень тяжело позаботиться о здоровье планеты, в которой мы существуем. И вот благодаря таким людям, как Бруно,
И благодаря сегодняшним номинантам мы можем сказать, что да, мы спасаем нашу планету, и мы стараемся сделать так, чтобы наша экология служила нам во благо. Я хочу попросить Бруно, чтобы он открыл этот конверт и назвал имя номинанта. В первую очередь я бы хотела отметить, несмотря на то, что я получаю так много комплиментов, я не могу делать то, о чем здесь говорят. К сожалению, я думаю, что мы опоздали на много лет во всем, что касается охраны окружающей среды. Быть может, уже слишком поздно, но все-таки сейчас вы знаете, что Эль Гор получил Нобелевскую премию за свою работу на благо окружающей среды. И поэтому вы хотели отметить, что когда я впервые оказался в Швейцарии, и я начал интересоваться окружающей средой, экологией, мне сказали, что там есть парк. В 1963 году была школа в университете Цюриха, которая занималась экологическими проблемами. И очень интересно, что согласно их вычислениям, использование бензина для автомобилей привело к тому, что приводит к тому, что фотосинтез, несмотря на то, что Швейцария очень зеленая страна, очень зеленая, фотосинтез не может справиться с тем ущербом, который наносит выхлопные газы. Бруно, но вы томите наших зрителей, они все-таки хотят узнать имя победителя. Да, да, в общем-то, уже мы... Итак, имя сегодняшнего победителя – это объединение Исрафиш. Исрафиш. Поднимайтесь, поднимайтесь. Поднимайтесь, поднимайтесь. Вы сегодня поймали большую рыбу. Каблю мазадаг. Зенираку гефильтефиша, мабапива. Сегодня поймали прямо там, готовую. Да, пожалуйста, дорогие рыболовы, я вас поздравляю. Мои поздравления и несколько слов, пожалуйста. Биркотай, Лиозейм, Демеким, инициатору и создателю Амуты Исрафиш, господин Андрей Мезлин. Это инициатива одного человека, и я бы хотел, чтобы в Израиле были бы сотни такие, как граждан, как вы, а в мире миллионы. Инициатива развития выращивания рыбы и сохранения экологии моря напоминает мне берега Тель-Авива, Тель-Баруха, 50 лет назад. И когда мне очень нравилось ловить рыбу на прибрежной стороне нашего моря. А сейчас все это выглядит по-другому. Быть может, это не случайно, то, что вы получаете этот приз. И это действительно происходит практически одновременно с получением Эль Гором приза Нобелевской премии. Борьба за экологию – замечательная вещь. И можно решить проблему окружающей среды только одним путем – сотрудничеством между многими людьми на благо одной справедливой цели. И поэтому, как уже сказали передо мной, большое изменение начинается одним маленьким шагом. Ваша личная инициатива должна быть началом большой работы многих людей. Так, Андрей, несколько слов, пожалуйста. Победитель должен что-то сказать. Прошу. Несколько слов, Андрей, пожалуйста, от имени рыб. Они молчат, вам говорите, пожалуйста. Мы постараемся быстро. Во-первых, мы хотим поблагодарить 9-й канал за возможность находиться на этой сцене. Мы хотим поздравить 9-й канал с юбилеем и пожелать их многих-многих лет успешной работы. Во-вторых, мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал нас в голосовании и
благодаря кому мы сейчас тоже здесь. И в-третьих, это главное, хочу поблагодарить всех тех, кто все эти годы находился рядом с нами. Ну, во-первых, мою маму, естественно. Вот, моих соратников и коллег, Володю, Сашу, Олега, Диму, Лешу и всех, кто помогает нам в этой нашей трудной работе. Я надеюсь, что вместе мы сделаем тот самый маленький шаг, который перевернет этот мир. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. כל משתתפי הטקס של היום, אני מקווה שהם נשארו איתנו. בבקשה. Пожалуйста, участники церемонии на сцену. הטקסים הגיעו לסיום, כל הפרסים חולקו, כל מילות התודה של ערוץ 9 כבר נאמרו. לילה טוב, חג שמח ומזל טוב לערוץ. Мы еще раз поздравляем победителей во всех номинациях. ושוב מברכים את ערוץ 9, יום הולדת 5. תודה רבה, לילה טוב, ולהתראות לכם באנשי השנה 2008. До встречи, дорогие друзья, на Золотой девятке 2008. ניפגש באירוע השנתי, ну, полиполиади, 2008. Всего вам доброго, дорогие друзья, пусть у вас все будет хорошо. До свидания, пока. Если ты один, если грустно вдруг, тебя есть друг, если только позовешь, он к тебе придет, одиночество подождет. Мир или война, холод или зной, твой телеканал, он всегда с тобой. И уже который год вместе день за днем на одной волне мы живем. С днем рождения, девятый канал, в этот вечер друзей все своих собрал. Пусть крепнет сердец наш союз. Скажет у меня новый друг. С этим другом ты много лет знаком, правду обо всем он приносит в дом. И обходят стороной горе и беда твой канал.